Если честно, не ожидал, что будет именно такой теплый прием. Чувашская республика славится сильными тяжелоатлетами, и до сих пор девчата, ребята поднимают на высшем уровне. Я думаю, что вот с такими мастер-классами, с таким отношением к нашему виду спорта, я надеюсь, что у вас появится все больше и больше чемпионов. Мы гордились, смотря телевизор, как наши спортсмены выступают и покоряют самые высокие вершины. Благодаря таким мастерам, которые верны своему делу и передают свой опыт, свои знания, свое мастерство младшему поколению, я уверен, что богатая и великая история нашей тяжелой атлетики, она еще себя покажет. Я думаю, что приезд такого великого чемпиона, олимпийского чемпиона, даст толчок в развитии и тяжелой атлетики, и всех, кто здесь находится, несмотря на то, что кто-то занимается кроссфитом, кто-то профессионально занимается тяжелой атлетикой, и всех вас объединяет штанга. Очень приятно, что такие люди ездят по городам, вот в частности к нам заехал. И я думаю, что его выступление, конечно, будет толчком не только для любителей тяжелой атлетики, но даже и для профессионалов. У меня были определенные цели, определенные веса поставлены для себя. В принципе, тот вес, который я запланировала, и он мне не удался на прошлых соревнованиях, сегодня получилось столкнуться. Я очень рада. Для меня эти соревнования были как показательное выступление для других атлетов, для спортсменок, чтобы видели и занимались тяжелой атлетикой. Вдохновляйтесь, смотрите, не знаю, изучайте тяжелую атлетику.